Здесь все современно. Название выставки, Википедия, стиль исполнения работ, а главное – предназначение. Да, предназначение как посыл, обращение к зрителям, в попытке вычистить их язык, сделать его употребление осмысленным и совершить это путем визуализации понятий. Маргинал. Экстравагантность. Инфантильность. Респектабельность. Брутальность. Привольность. Роскошно. Причем понятий, касающихся характеристик образов молодых людей, молодой куратор Марта Погорелая и молодой автор, работающий под ником Паца Пенелло, совершают таким образом образовательное действие, поясняя почему-то сразу на английском точное значение наиболее употребимых терминов в классификации людей. Сам псевдоним итальянского происхождения Паца Пенелло – «Сумасшедшая кисть». Подобный мультикультурализм созвучен самой Википедии и задачам ее существования, доступности, просвещения, ну и упрощения. Стиль исполнения работ плакатен, обобщен и даже назидателен. Но образы, символы запоминаются, впечатываются в память. А молодая галерея «Морковь» декларирует открытость творчеству молодых, особенно таких, которые имеют острый, вкусный запах свежевырванной прямо из грядки перед окном якобы обыкновенной морковки, но собственного украинского произрастания, как киевлянки Аллы Паци Пенелло.